скоро здесь парковаться. Ну либо уезжайте уже отсюда без маски. Так это скоро, без маски. Нет? Господи, ну, хорошо. Что снимите вашу маску, либо уезжайте. Ох, меня в тюрьме испинали. По вызову под медиков. Вот, спасибо. Это время вы мне даете? Да. Почему? Где-то в законе написано, что главное 5 секунд есть, чтобы уехать. Так. Это я вам столько подам. Выходите из машины, награждайте. С автотранспорта слезайте, пожалуйста. Так, меня зовут помощник шерифа ЛССТ. Ну, я знаю. А, это во все. На основании меня вытащили с машины. Маски запрещены будет находиться на территории. Смотри, я катаюсь на мотоцикле, чтобы не застегивать гору, у меня маска. Во-первых, не маска, прошу, а шарф. Это закрывает ваше лицо. Правильно, не считайте как маска. Правильно, во-первых. Во-вторых, я вам сказал, либо уезжайте, либо снимайте маски. Запрещено находиться в маске на территории, значит, данного участка. Во-вторых. В-третьих, да. Что Патрик, подожди, пусть закончит. У меня камера все это пишет, тут уже целое дело. В-третьих, когда мы вас задерживаем, вы обязаны снять свою маску. Правильно. Провокации своими занимайтесь там у себя, понимаете? У нас важная работа. Если вам заняться нечем, то придумайте себе другое дело какое-то. Что случилось? Мы можете объяснить? Приехал, значит, человек в маске, понимаете, на мотоцикле. Решил меня попровоцировать, так сказать. Я ему говорю, молодой человек, здесь нельзя останавливаться, во-первых. Во-вторых, снимайте свою маску, если хотите продолжать общение. Ричард, вас не слышно, если что. Ричард? Прокашляйтесь, пожалуйста. Так, это теперь? О, да. Хорошо. Смотрите, я когда выезжал, увидел человека, лежащего в своем зеркале правом. Помоги! Вот. Думаю, сейчас подъеду, спрашиваю, мало ли скорая нужна, мало ли она не едет, я за ней съезжу, чтобы они ехали быстрее. Подъехал, и вы мне говорите, снимите маску, я даю вам 5 секунд. Или как вы там сказали, извиняюсь. Если вам 5 секунд, уезжайте отсюда. Вот, 5 секунд, уезжайте отсюда. Да, а как я должен был сказать? Уезжайте? Не могли бы вы покинуть территорию, гражданин? Даже охраняемый объект. Вы можете показать ваш... Чего? Я так, как я знаю, у вас шарфик такой. Да, у меня шарфик. Я могу... Сколько мы видели мотоциклистов, им как бы разрешено ездить, когда они на мотоцикле, им разрешено ездить в шарфиках, там, в банданах, а когда они слазят, они сразу снимают их. Вот когда человек предупредил о том, что он должен покинуть данную территорию, потому что парковка не для него, он не хотел. Я ему сказал, что помощь уже была не нужна, понимаешь? И когда уже разговор был завершен, когда помощь, ты его помощь отказался, я сказал, что покиньте данную территорию. И что человек должен делать? Он начал провоцировать, понимаете? Он специально не уезжал, тянул время. Вот все, что он делал. Вы хотите сказать, что я не сдавал назад? Извините, мотоцикл не машина. Вы максимально тянули время. Вы долго ждали и не отъезжали назад, да. А вы понимаете, да, то, что мотоцикл... На мотоцикле нельзя быстро отъехать назад. Я ногами передвигаю в 500 килограмм веса. Я 500 килограмм веса передвигаю ногами. И как вы должны... До момента, как вы стали передвигать ногами, вы очень долго тянули время перед тем, как вы начали отъезжать назад. Я не понимаю, что значит долго тянул время. А смотрите, сейчас это вот я показываю, не паркуюсь. Сейчас я, конечно, перепаркуюсь еще, потому что здесь же нельзя вставать. Вот. Так, скорая должна скоро приехать, ожидай. Это вот это долго, я 500 килограмм веса передвигаю. Вы подойдите сейчас, понимаете? Куда он ехал? Перепарковать его транспортным средством. Хорошо. Значит, во-первых, этот сейчас разговор, я вам сообщу по-быстрому, мне не дел с вами тут, как вы понимаете, распинаться. Во-первых, вы... А этот гражданин, гражданин, с вами все нормально. Походу это. Неважно. Когда я сказал, что помощь уже не нужна, что вы делали? Вы максимально тянули время, чтобы не покидать данную территорию. Сказал, что здесь находиться вам запрещено на мотоцикле. Данном, значит, в данном месте, правильно?
Вы, ой, нет, вы очень долго не хотели уезжать, да, и максимально тянули время, максимально тянули время. Если бы я не хотел уезжать, я бы стоял. Я бы стоял на месте, если бы я не хотел уезжать. Я вас ускорял сейчас. Ооо, мэр приехал. Пустите, пожалуйста. Нормально. Сейчас я приоткрою окошечко. Вы максимально тянули время. Какие ко мне претензии, скажите сейчас? Если вам нечего заняться, то найдите другого офицера, с которым хотите поговорить. Мне надоело с вами разговаривать. Так, кажется, вы начали бегать уже, правильно? Свободные уехали на фронт. То есть я правильно понимаю сейчас? Вы мне предлагаете, что сказали вы сейчас? Повторите, пожалуйста, если вам вот эти полтонны очень странно. Быстрее, чем я. То есть правильно, вы сейчас предлагаете мне потолкать ваш мотоцикл, потому что мне нечего делать, я правильно понимаю? Если вы считаете, что мне нечем заняться, чем толкать ваш мотоцикл. Нет, вы же утверждаете, что я очень долго уезжал. Докажите мне, что я смог бы уехать быстрее. Вы сюда специально пришли устраивать этот цирк, я правильно понимаю? Я? То есть это ваша работа? Я просто защищаю права граждан, а вы их нарушаете. Нет, по-моему, вы все, что пришли, это мешать нам защищать права граждан. И вообще всех граждан, которые находятся в данном штате. Вы крайне не правы. Наоборот. Это ваше мнение? Посетите, поехали на вход. Патрик, у вас когда начальство нет. Вернется? Не знаю, сейчас там про форт информация проскочила, мы сейчас на форт поедем. Угу, окей. Без понятия, но скорее всего. Как приедем, так приедем. Если что, я позвоню. Окей. Руки, все.